Гром, молния, дым, торжественный звук шофара. Еврейский народ стоит вокруг горы. Сегодня Бог дарует нам Тору. И говорил Бог следующие слова, сказав: «Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства». Послушайте 10 необычных мыслей об этом историческом событии. Первое. Тора дана в пустыне. Никто не может единолично на нее претендовать. Она доступна любому, кто хочет ее взять. Второе. Бог дал нам Тору на возвышенности. Мы обязаны постоянно возвышаться. Третье. Синай была горой скромных размеров. Путь к духовному величию пролегает через скромность. Четвертое. Тора дана на горе, а не на равнине. Скромность должна сочетаться с правильной самооценкой. Пятое. Евреям приказано было оградить гору. Чтобы высокая самооценка не превращалась в высокомерие, ее требуется ограничивать. Шестое. Голос Бога не имел эха. Бог говорил, и все творение впитывало его голос. Куда ни глянь, во всем присутствует Бог. Седьмое. 10 заповедей были сказаны в единственном числе, каждому индивидуально. У тебя уникальная миссия и роль. Восьмое. Тора дана единому народу. Лишь внешние факторы могут нас разделять, но внутри мы одно целое. Девятое. Люди стояли, готовые внимать словам Бога. Когда думаешь о высоком, мелочи уже не важны. Десятое. В день дарования Тора небеса впервые дотронулись до земли. Духовность соприкоснулась с материей. А как вы вносите божественность в свой материальный мир?